Подошел к концу вот такой малютка D3 витамин с дозировкой 5000. Хорошая профилактика для поднятия витамина D в крови. И выглядит он вот таким образом. Маленькая-маленькая таблеточка, которую нужно рассасывать. Вот. Сегодня будет последняя такая. И я перейду на следующий витамин D3 уже с витамином К2, который участвует в усваивании кальция и обеспечивает правильное взаимодействие витамина D3 и кальция. Здесь в составе есть еще помимо витамина D и витамина К кальций и фосфор в небольших дозировках. Вот буду продолжать поддерживать свой хороший уровень на сегодняшний день, так как мне удалось поднять его до классных параметров. И сейчас мне нужна поддерживающая терапия, а именно 5000 единиц каждый день. При дефиците я принимала 10 тысяч максимально. И анализы показывают, что результат есть. Так что смело могу рекомендовать. Кому нужны ссылки, подсказки, всем помогу. Пишите личные сообщения.